В 41-й раз в Биробиджане состоялась массовая зимняя гонка «Лыжня России». Цель соревнований – привлечение и взрослых, и молодежи к регулярным занятиям лыжным спортом и популяризация здорового образа жизни среди населения. Массовая гонка «Лыжня России» традиционно проходит во многих городах страны. Ежегодно участвуют десятки тысяч людей. В Биробиджане соревнования также пользуются большой популярностью. Сегодня у нас очень много пришли именно жителей города. Это очень здорово и очень много малышей. И эта лыжня, почему проходит здесь, прямо в городе, это доступная лыжня, и сюда могут прийти все желающие. На пляже городского парка в солнечный февральский день собрались профессионалы и любители лыжного спорта разных возрастов. Дистанции также отличаются. Традиционно малыши бегут один круг – 1200 метров. Участники среднего возраста – почти 2,5 километра. И спортсмены-мужчины – 3 круга. Майе Коршуновой уже 85. Но без спорта женщина свою жизнь просто не мыслит. Каждый день бывают большие, до 8 километров, 6, вот так вот в основном это самое все. У меня дача, я работаю 800-ок, обрабатываю все, и здесь постоянно спорт, это у меня все. В гонке активно принимают участие и подростки. Юле Стародубовой 14, она преодолела дистанцию в 1200 метров. Девушка признается, в лыжный спорт влюблена с детства, но заниматься начала недавно. На самом деле меня сюда привела моя подруга, которая занимается уже 4-й год. Мне достаточно давно нравились лыжи, с самого детства я каталась на них. А сегодня я пришла, чтобы одержать победу, да просто покататься. Организаторами соревнований выступили Минспорт Российской Федерации, Комитет по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области и Центр спортивной подготовки автономии. Каждый участник соревнований получил в подарок шапочку. Призеры были удостоены медалей и грамот. Ну а победители получили кубки от Министерства спорта России. Ульяна Наумец, Богдан Патрин, Новости 21.